Всем доброго утра, друзья мои! У меня сегодня вот такой вот вкусный завтрак. Сходила быстренько в магазин, купила себе две пироженки. Ну, побаловать себя хочется, давно сладенького не ела. Все, на диетах, да на диетах. Думаю, да ну ее, побалую. Зашла в магазин, там такая красота. Ну, как себя можно обделить в этом? И заварила чай, так как кофе у меня закончился. Вот, сейчас я заказала кофе, жду. Вот такой вот кофе я заказываю. Лаваца, мне нравится Лаваца Ора. Вот, ну, банка пустая. Закончился, и вот жду. Может, завтра, послезавтра уже получу, и тогда уже буду пить кофе. А пока утром на завтрак чай. Всем приятного аппетита, тоже кто завтракает. Всем хорошего дня. Сейчас попью чаек и вперед вязать. Ну, прежде чем я начну вязать, у меня есть, девчонки, что вам показать. У меня есть готовые работы и есть начатые процессы. Ну все, пойдем смотреть. Вот она, моя готовая работа. Между делом, между вязаниями жилетиков деткам, я довязала свой джемпер. Помните, я вам показывала? Начала его вязать. Вот, и потом отложила, бросила. Ну, потом решила все-таки его довязать. Жилетики у меня вяжутся. Я вам показывала, да? Не буду я показывать их все. Я показывала вам вот эти три жилетика. Вот. Так, вот сейчас уберу. Вот эти три я показывала, да? С совушкой, с корабликами и с розочками. И связала я еще два таких же с совушками. Вот такой желтенький. У меня на этот жилетик есть отдельное видео, как я его вязала, и там подробно показываю, рассказываю, схему показала вот этого совенка. В общем, кому интересно, оставлю ссылочку внизу под этим видео в инфобоксе, да, пройдете и можете тоже связать. Вот, здесь только у меня здесь красненькие носики, да, и красненькие пуговички. А здесь я взяла малиновый носик. У меня нет больше, не было красных пуговиц, поэтому взяла вот такие малиновые пуговички и малиновый носик. Ну и так красиво, нарядненько смотрится. Вот. И потом еще оставались у меня еще... Наговорила. Еще оставались еще. Еще у меня остались ниточки вот такого цвета. И решила связать еще один жилетик. Почему нет, да? Он немножечко побольше. Пусть две девочки будут в одинаковых. Какие-нибудь там малышки. Вот. И здесь тоже красные носики. И пуговицы красных, опять-таки, сказала, нету, но нашла вот такие вот ромашки. Они, конечно, плохо расстегиваются. Ну, я думаю, что расстегивать, застегивать их никто не будет. Просто через голову можно надеть ребенку. Здесь довольно-таки широкий вырез горловины, поэтому можно спокойно одевать на ребенка, не расстегивая. И вот. И они сами по себе не будут расстегиваться из-за того, что здесь ребристые вот ромашечки вот эти. Ну, в общем, вот таких у меня теперь 5 жилетиков. Вот, навязала. Там еще девочки вяжут, уже повысылали посылочки многие. Вот, жду посылочки. Как только придут, так сразу звоню Маше. Маша приезжает и забирает. Вот, ну и между делом, между жилетиками у меня все-таки довязался вот этот джемпер. Сейчас вы на него так посмотрите, а потом я положу на стол и немножечко о нем расскажу. Как я его вязала, из чего вязала, я уже говорила. Ну, для тех, кто только попал ко мне в гости, да, заглянул, я еще раз расскажу. Вот, мне нравится то, что получилось. Очень нравится, девочки. Вообще, обалденная вещь такая. Вот, ну и так, сейчас я вам покажу еще, что я тут вяжу. Да, это мое рукодельное место такое. Кто не видел, сейчас покажу. Здесь все у меня для рукоделия, все под рукой, и спицы, и крючки, и ниточки, в общем, все-все-все, и пряжа здесь же можно чаю попить у меня. Вот, ну, девчонки просили там как-то мне в одном видео, покажите свою комнату, какая-то она у вас такая яркая вся. В общем, как-нибудь я сниму отдельное видео. Подробно покажу, где у меня хранятся инструменты, как хранятся, какая пряжа.
Вот, ну и здесь вот пряжа, что я заказала детям детскую пряжу. И назаказывала Лидии, девочки. Вот кучка у меня Лидии. И еще жду посылочку одну. Потому что так начинаешь вязать, нужен какой-нибудь подмут. А у меня к подмуту вообще ничего нет. Вся пряжа такая толстенькая, поэтому... Так, ладно. Что я начала здесь вязать, еще показать хочу вам. Вот. Вот хочу еще связать себе джемпер из пряжи Пехорка Crossbred Бразилии. Вот такой красивый горчичный цвет. И вот я уже начала вязать полупатентной резинкой, но, девочки, вот что-то мне не нравится, слишком расхлябано, тонковат он, что ли, хотя вяжу я на троечках. Не хотела я вязать две нитки, но вот чего-то не хватает. Поэтому я сейчас заказала еще Лидии похожий цвет, канарейка. Ну, что-то смотрю, на картинке он как бы желтенький. Пойдет, не пойдет. Ну, если что, пока распускать вот это не буду, придет пряжа. Я потом, значит, возьму моточек той пряжи, сюда добавлю одну ниточку, потому что две будет уже толстая. Одну ниточку добавлю, может, чуть-чуть будет пестрить. Ну, в общем, буду смотреть, буду вязать образец, посмотрю. Вот, может быть, оставлю так же, буду довязывать, а может быть, добавлю еще ниточку Лидии. Посмотрю, как она будет сочетаться, вот не знаю. Просто не могу подобрать к ней компаньон. Вот, поэтому пока отложила, и все это дело лежит. Ну все, сейчас мы перейдем к джемперу. Вот, девчонки, пытаюсь разложить как-то его, уложить, чтобы было видно более-менее, но ничего не получается. Ну, как-то вот так сейчас буду передвигать и показывать, потому что здесь узор, видите, как идет снизу вверх. Я просто сейчас вот решила все вам показать, рассказать, чтобы как бы видео не было мое пустым, да, потому что как-то недавно я получила комментарий на какое-то видео, я уже не помню, на какой-то мой ролик, что видео ни о чем, пустая болтовня. Ну, вот так, да, у нас пустая болтовня, может, для кого-то не пустая, кто-то вдохновится, захочет связать точно такой же, а для кого пустая болтовня, чтобы не тратить свое драгоценное время, пожалуйста, не смотрите, никто ж не заставляет, да. Ну, в общем, девочки, вязала я его, этот джемперок из пряжи, вот такой, Нака Калико. Это полухлопок, 50% хлопка, 50% акрила. Значит, в 100 граммах 245 метров. Вот, и это уже из распущенной вещи я вязала. Помните, я вязала кардиганчик укороченный, и мне не понравилось, как ложилась планка, потому что полухлопок, он такой вот, такой вот, видите, прям такой струящийся весь. И мне не понравились края планки, может быть, края планки. Может, нужно было перевязать, но планка вязалась соцельная вместе, да, снизу вверх. И поэтому я приняла решение распустить полностью. Я распустила, она у меня долго лежала. И, наконец-таки, я решилась из нее связать хоть что-нибудь. Ну, жалко, пряжа мне нравится, хорошая, мягкая. И вот, чтобы просто не лежала. Так, увидела я в Пинтересте подобную модельку, ну, вот, именно мне понравился переход вот этих вот дорожек, только там, по-моему, розового цвета, и решила связать таким же узором. Я, если найду, не помню, сохранила, не сохранила, то я вам ставлю, вот здесь ставлю схемку, может, тоже кому-то она пригодится, кому-то тоже захочется связать такой же. Модель очень простая, но смотрится очень даже хорошо. Вот, и ушло у меня на нее, ушла у меня вся пряжа на нее. Даже я, когда распустила свой кардиганчик, он тоже был немного недовязанный, у меня рукава оставались связать. Естественно, когда вязалось все здесь, вывязывалась горловина, все, были маленькие клубочки. Вот, и они у меня валялись отдельно. И вот когда я вязала вот этот джемпер и уже довязывала до конца, я довязала один рукав, вяжу второй рукав, и я понимаю, что мне пряжи не хватит. Думаю, что же делать? Давай перевискивать по всем своим ящикам, по всем своим коробочкам в поисках хотя бы какой-нибудь остаточек, какой-то моточек найти. Я нашла образец, распустила образец, он сюда ушел, да, на рукава. Потом нашла еще несколько моточков, вот. Все это у меня на рукава хватило, но пришло время обработки горловины, на горловину не хватает. И
к счастью, я нашла еще вот таких вот, видите, вот, вот таких вот было 4 вот таких отмотыша. Ну, капельки, совсем по капельке. И вот благодаря им я довязала все-таки горловину. Здесь соединялись у меня ниточки, даже вот здесь где-то, может, видно будет узелочки, ну, с внутренней стороны. Но это не страшно, я вязала для себя, поэтому мне все равно. И вот это все, что осталось от 500 граммов. Вот, где-то весит он, наверное, 480 грамм. Но я сейчас я взвешу и вернусь. Да, девочки, взвесила 475 грамм. Куда делось еще 25? Ну, вот это, наверное, 5. А куда еще делось 20, непонятно. Наверное, выбросила уже, может, тоже такие маленькие были остаточки. Так, ну, по порядку. Я на спице номер 3 набрала по кругу, вязался он по кругу. Набрала 240 петель и вязала резиночкой 2 на 2, буквально 4 сантиметра. Далее перешла на спицы номер 4 и вязала вот этим вот узорчиком, вот таким. Здесь получается 2 изнаночных и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 лицевых. И таким образом я провязала 20 сантиметров, по-моему, или сейчас я скажу точно, девчонки, вот не подготовилась, видите, так быстренько. Начала. Так, это у нас 15 будет. Ну, где-то 18, да, сантиметров. Примерно так. Вот. И дальше перешла на следующий узорчик. Здесь он состоит из 2 изнаночных и 6 петель лицевых. Провязала еще примерно 20 сантиметров. И перешла на резиночку вот такую 2 на 2. Получается, да, 2 лицевые, 2 изнаночные. Вот. Здесь разделила полотно. Вот, и начала вязать отдельно перед и отдельно спинку, чтобы, ну, как проймы были, да. Сделала я здесь скосы плеча, вот, обязательно сделала. Значит, скосы плеча у меня состоят из 4 поворотных рядов, то есть сначала тут 9 петель, 10 и 10, ну, в общем, 4 ряда, да. Провязала, оставила 9 недовязанных, вернулась. Провязала еще 9, вернулась. 10 и 10. В общем, вот так. Получился у меня вот такой скосик. И точно так же с этой стороны. Для углубления горловинки, значит, я закрыла средние 14 петель. И далее 2 раза по 7 петель. И потом провязала несколько рядов еще вверх. По спинке то же самое, только вверх я провязала меньше количества рядов, чем по переду. Ну, чтобы так он был более углубленный. То есть по спинке я больше провязала вот так вот длину, да, высоту провязала больше рядов и точно так же закрывала 14 петель и 2 раза по 7. Вот. И, по-моему, здесь 1 или 2 ряда я только провязала и все. И закрыла. А здесь несколько рядов, наверное, 8. Ну, чтобы было вот такое углубление по переду. Уже точно вам не скажу, девочки. Не записала, это так вот примерно. Я вообще его не записывала, ничего, вот вязала, как шло. Вот, потом, значит, по рукавам я набрала 88 петель и вязала обратно поворотными рядами. Не стала вязать по кругу, не знаю почему, но стала вязать обратно поворотными. Вот, провязала здесь несколько сантиметров, сделала убавки с двух сторон. Еще провязала, по-моему, 13 рядов, сделала убавку еще. Итого я сделала 1, 2, 3, 4, 5 убавлений. Вот, и все, и перешла, здесь я, да, вязала узором, видите, 6 лицевых, 2 изнаночных. Потом перешла на узор 2 на 2 и закрыла просто обычным способом, то есть 2 изнаночные, 2 лицевые, я так закрывала. Изнаночным провязываю, закрываю. Изнаночным провязываю, закрываю. Потом лицевую провязываю, лицевой, закрываю. Ну, вот так, чтобы оно, видите, как бы получилось. Не просто растянутое, а все-таки вот как бы немножечко гармошечкой. Теперь по горловине. По кругу я набрала петли горловины 116, по-моему, девчонки, 116, а нет, девочки, 124 петли, да, 124 петли набрала из кромочных и потом провязала один ряд изнаночной. Видите, она вот так вот отделяется изнаночной полосочкой. Вот, и далее спицами номер 3 вязала горловинку по кругу, резиночкой тоже 2 на 2. Ну вот,
немножечко здесь хотелось, чтобы совпадали. Но, видите, здесь не совпадают, здесь совпадают у меня вот как бы. Ну, это не страшно, я думаю. Я думаю, это все не страшно. Вот и все. И в итоге вот такая вот вещь у меня получилась. Мне очень нравится вообще, я прям в него влюбилась. Он так хорошо сидит на мне, он свободный. Но если будет возможность, я вставлю фотографии, как он смотрится на мне. Ну, а не будет возможности сфоткаться, значит тогда не вставлю. Так, ну вот, вот и все. Похвасталась вам, показала свою готовую работу. Вот, ну а теперь можно прощаться. Пока-пока, до новых встреч!